Привет моделистам и Кей с вами. Кто первый раз, меня зовут Александр Колесников, город Цинциннати, штат Огайо. Локомотив работает. Сегодня хочу вам показать очень классную крутилку новую. Digitrucks выпустили после большего размера с гораздо сложными функциями в управлении и настройками. Это специально, я так полагаю, для работы, кто делает такой yard около депо и меняет составы. Такое мое мнение. Так, сейчас хочу просто первое такое впечатление, как говорится, out of the box по-английски. Вынул из коробки. Что у нас есть? Здесь Zephyr DCS-52. Командная станция. Можно с любой командной станции использовать, но это самое простое, чтобы сильно голову не заморачивать. Далее у нас есть к нему power supply вот этот вот, с этой стороны, вот этот черный, который в комплекте идет. UR93. Это ресивер и трансмиттер duplex, то есть сигнал идет в противоположном направлении, из-за этого скорость по сравнению со старым просто радио. Так, и вот эта крутилка. Вначале, сейчас я ее уже сделал такой дружеский handshake с командной системой через вот этот провод. Но первый раз, если вы идете к кому-то, к другу, в клуб, если у вас другая система вдруг есть, вам обязательно нужен кабель. Каждый раз вы... Хороший вопрос. Если она помнит вашу старую, вернее, приемник, передатчик, это нужно протестировать. Но я использую этот всегда, и я уже это сделал. То есть первый раз вы делаете так, подключаете. Идет распознавание. LN. Это... Сразу идет, ну, захват этой частоты. Показывается, что все вроде нормально. И когда я отключаю кабель этот, у меня здесь видно все параметры, этой, к чему подключено. Потому что может быть много этих UR93. Если большой клубный макет и прочие огромные какие-то, или вы используете модульный макет, то есть нужно много таких вещей, потому что, чтобы не было interference, да, каких-то помех с другими. Так, ну что, вперед. Еще нужно разобраться, когда она... идет в такой стендбай, засыпает. Ну вот, у нас и этот самый локомотив здесь. И, к примеру, здесь декодер Soundtracks. И Soundtracks ребята сделали, поменяли функцию запуска и остановки мотора на 26 и 27. То есть мне нужно... И это очень удобно. Вот смотрите, направление движения меняется вот с этой... Потому что это практически, ну, как копия старой крутилки, которая была проводная и беспроводная также. Но с этими огромными кнопками, которые видно в темноте, это очень классно. Значит, мы выбрали уже этот локомотив, выбирается таким образом. Делается 5.007. И еще раз на локомотив. Ну, просто я его ввел еще разок. Таким образом, легко. Можно переключать сразу на стрелки здесь. Выбрать стрелку, там, допустим, 5. И вот с этой функции она будет F переключаться. Отдельный видосик можно сделать так. Ну, вернемся на локомотив. Так, да. Сейчас мы им будем управлять. Идем на функцию 26, чтобы включить мотор, запустить дизель. Значит, P
плюс 10 плюс 20. 20 и 6. Все. Пошло дело. Теперь выходим на первый регистр. 0,0. Так, включаем с нулем, включаем lights, да, смотрим на камеру, на локомотив, и включаем с 5, включаем эти ditch lights. Они не мигают, потому что это местная iOri компания недалеко, кстати, буквально 10 минут отсюда у них уже начинается их трек. Ну и 2. Здесь функция установлена momentarily, то есть я не держу ее. Если я держу, это проигрывается чуть дольше. Очень четко. Ну и потихонечку у нас что? Вперед. Индикация. Значит, здесь вперед. В зависимости от того, как у вас запрограммирован локомотив. Переключаю направление, это очень классно. Локомотив новый должен, по-английски это run in, да, его нужно обкатать. Он совсем нульсон. Так, увеличивается и уменьшается. Это всегда короткий. Четвертый у нас, ну там разные функции в зависимости от декодера. Да, классно. Вот я еще ни разу не управлял много, то есть вот первый раз я управляю из коробки, да. Эргономика очень классная. Про стрелки мы поговорили. Меню. Значит, здесь есть 0. Вот маленькое меню, что я отсвечу все время. 0. Будет у нас, если нажму 0, будет количество локомотив, вернее, что у вас last menu 0. С этим нужно разобраться, кстати. И 3. Вы идете в функции, не функции, а настройки этой крутилки. Все, она такая самая простейшая. То, что нужно для вот таких операций, слишком не заморачиваться. Очень классно. Так, ну давайте выключим теперь, попробуем, как это быстро сделать. Я иду в верхний регистр, 20-я функция, 7. 27. Быстро и четко. Если на вашей модели такой сам производитель, этот Athron, перепрограммировал декодер, ну вот 26 и 27. Обычно это 5 и 6, я, насколько я понимаю. Но это уже давно так не делают. То есть, если вы покупаете декодер с нуля, 5 и 6 включают и выключают, запускают и глушат дизелек. Классно. Про стендбай и прочее я сейчас... Вот она сам быстро достаточно отключается, но... Привести ее в чувство, я просто нажал вот эту кнопку. И, может быть, наверное, другую кнопку. Ну, в дальнейшем разберемся. В общем, супер. Digitracks, отличная работа. Спасибо, ребят, за внимание огромное. Если желаете отблагодарить за информацию, которую я представляю, вот Patreon у нас. И есть подписка на основном английском канале. Membership, если вы хотите смотреть видео, специальные мои инсталляционные и прочее, я сейчас этим занимаюсь очень много. Спасибо еще раз, успехов и всего наилучшего. Давай.